53-й пломастерской Беломорской базы в апреле 1997 года. Руководит коллективом старший матрос контрактной службы Анатолий Скрылин. Репертуар ансамбля составляет композиции известных отечественных рок-групп, а также песни о романтике морской службы. На сцену выходит ансамбль по скриптум в составе. Старший матрос Анатолий Скрылин, матрос Роман Попов, матрос Дмитрий Мартыненко и матрос Евгений Осенков. Для выступления в конкурсе ребята выбрали песню Александра Розенбаума «Флагманский марш». У нежной тонкой руки украл платок свежий ветер. Черный дым, легкой высокою волной, блистали тускло-маршники. Вечер зари на рассвете, под звуки маршевой трубы. Берега Крыни, и хлопа вышел.
Алексей.